Во втором чтении парламентарии приняли проект бюджета Ульяновской области на 2021 и последующие два года. В начале заседания представители власти поделились мнениями о распределении средств. Зампред парламента и руководитель фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев счел проект эффективным и смелым. А предприняли максимум действий, чтобы между первым и вторым чтением, а вместе с правительством нашей фракции, отработать дополнительные меры федеральной поддержки. И 2,3 миллиарда рублей уже пришли в Ульяновскую область. Сегодня, значит, одним из вопросов, они будут распределены на конкретные отрасли. Это и здравоохранение, и образование, и многие-многие другие важные направления. Руководитель регионального отделения КПРФ не согласен с некоторыми статьями проекта. По его мнению, средств на здравоохранение выделено недостаточно. Депутаты фракции выдвинули поправку. Предложили отнять у сельского хозяйства 1,6 миллиарда рублей и направить их в развитие здравоохранения. Несколько раз мы уже говорили о финансировании непонятных программ, такие как переработка сельхозпродукции. Все мы понимаем, то, что эти деньги идут пивным производителям, да, вместо того, чтобы сейчас поддержать отрасль здравоохранения и реальный сектор экономики. На развитие агропромышленного комплекса и сельского хозяйства заложено почти 5 миллиардов рублей. Александр Чепухин объяснил, почему агросфера должна быть достаточно профинансирована. Не миллиардом меньше. Сняв эти деньги, мы потеряем в доходной части порядка 10 миллиардов. И от этого, естественно, что пострадает? Все расходные статьи, в том числе и здравоохранение. То есть, наверное, можно здраво сопоставить 1,6 и 10, это совершенно разные цифры. За здравоохранение переживать не стоит. На него рассчитана самая большая часть расходов – 12,3 миллиарда рублей. Для сравнения, образование получит 12 миллиардов, соцзащита – аналогичную сумму. На спорт заложено 2,2 миллиарда, а на развитие транспортной системы – почти 9. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Ул Правды ТВ.